Сегодня ровно год исполняется с того момента, как поставили забор. Я очень рада и счастлива, что забор снесли, и тут прекрасный парк. А почему? Ну как, вы смотрите, тут природа. Ну, это лучше, чем какое-то здание. А церковь, вон она есть. Вон церковь, там церковь. Их много. Но вдруг увидел большой забор я, и надпись «Частная территория». Там написать я решил по-своему, это земля для нас с тобой. Мы доказали всем, что у нас есть здесь свободное общество, которое может принимать, в принципе, решения самостоятельно, ни от кого не завися. Это очень хорошо. Ну, с тем, что получилось, я согласен, в принципе. Приятно погулять здесь. Но я не отношусь ни к какой стороне, поэтому я, как наблюдатель, можно сказать, просто смотрел за развитием событий и все. На мой взгляд, лично, парк здесь, конечно, может быть и нужен, но и храм здесь бы совершенно бы был бы не против бы в храма, во-первых. Храм – это святое место, и оно никому бы не помешало бы. Никому бы не помешало. Это вот я так считаю. А по поводу защиты, я вообще не знаю людей, кто этот вопрос защищал. Во-первых, на мой взгляд, это все было провокационный вопрос. И все люди были приезжие, не наши, не екатеринбургские. Хотя я здесь не был, не знаю. Но по публикациям и по лицам все это было сделано, я думаю, что провокация. На самом деле, как бы, а где гулять там, если бы всю территорию занял храм? Там по проекту, я насколько помню, внушительное пространство занималось. Я только очень рада, что как-то получилось отстоять. Но я не ходила на митинги, просто, ну, мои знакомые ходили. Я знаю, что школьники ходили прям чуть ли не целыми классами. Сам подход, как отстаивали горожане храм, вам как? Ну, были же беспорядки, ломали забор. Как вы помните, и не один. Ну, и... может быть, да, было несколько агрессивно, но в плане того, что результат-то достигнут, как бы, ну, в том плане, что сохранили территорию для прогулок. Ну, я считаю, здесь храм нельзя вообще было строить. Во-первых, храм есть вот через дорогу, два их стоит, вон, да, Никольская церковь, и на крови. И дальше, это единственная зона пешеходная, полукурортная, здесь закрыть ее для горожан, я считаю, этого просто нельзя делать категорически. Категорически, видимо, еще даже мало было волнений. Вот, пожалуй, все. Рада, что есть активные люди, которые отстояли это место. Благоприятное место больше для прогулок, вот, для велопрогулок с детьми. Хороший сквер, парк, центр города. Здесь не надо ничего. Мы здешние, как говорится, вот живем. Для нас это все, что есть этот парк. Наверное, надо было сначала посоветоваться с людьми, правильно? А потом уже делать решение. Это не самостоятельно делается. Положительно, что люди высказываются за свое мнение. Ну, по-вашему, их задача выполнена была вообще? Ну, конечно, конечно. Сквер сохранен. Поэтому, я думаю, это хорошо. Ну, я на самом деле рада, что передумали строить. Я рада, что парк остался, потому что сейчас есть возможность здесь гулять хотя бы возле дома. Потому что больше нет нигде мест. Неужели здесь храм помешал бы? Не знаю. Мне бы, может быть, не помешал. Но гулять все равно хотелось бы здесь. Я думаю, что хорошо, что не застроили. Потому что здесь сейчас очень красиво. Я вот специально свой перерыв решила выйти сюда попить кофе.